Внимание, ролик строго 18+. Итак, добро пожаловать на прохождение легендарной, великой, неустрашимой игры Bloodborne. Прохождение. Я выбрал, значит, персонажа. Как это сейчас посмотреть, там, не знаю. Короче, у нас какой-то самый сложный персонаж, типа, связанный с тем, что он, типа, вообще ничего не умеет, типа, какой-то там неумеха, неумелец какой-то там, типа, неряха, не помню, как называется. Вот. И сейчас мы будем стараться проходить на этом уровне. Нас там с двух тыков буквально убивают эти слабые мобы. И мы проходим дальше. Вот, смотрим. Что нам делать? Я здесь, конечно, стремаюсь, вообще пиздец. Потому что игра лютая, страшная. Ужасная. Невозмутимая игра. Пока проходим второй уровень. Второй акт. Не акт, а второе сохранение. Вот эти подонки должны пройти. И мы должны как-то там их обойти, короче. Я только не знаю, как обходить их. Будем узнавать дальше по ходу сражения. И какая-то лестница должна была быть, но и нету. Сюда мы не пройдем. Так что, что нам делать? Будем проходить дальше. Вот сейчас. Здесь, по-моему, с кем-то. Нет. Вон дальше чуть-чуть. Нам, конечно, нравится этот сеттинг викторианской эпохи. Где-то тут кто-то должен быть. Если они там орут, конечно, как психи. Бешеные, неравновешенные психи. Да, плачут еще. Убивают их там. Ихние души терзают. Бля, они назад идут. Fucking shit. Вот, блядь. Это жестко. А, блядь, ты меня жалишь. Блядь. Блядь, меня проснул. Пусто. Пиздец. Быстрей. Живем. Жрём хилку и жарим его, блядь. Жарим. Жарим его в жопу. Вот так вот, да. Загасились. Зажали хилку.
И пиздец. Что дальше делать? У меня все опять хилок. Ребята, это сложно. Но возможно, конечно. Кто-то еще должен пройти вроде. Ну, есть пузырек крови. Сейчас здесь будет нападение из-под угла. Нормально. Все. Так. Что тут? Но справиться на самом сложном уровне неустрашимый. Короче. Тех чуваков гасить останется нам время. Они нам не агрятся вроде. Они не агрятся особо. Так что проходим дальше. Проходим дальше. Ты должен встать, наверное, или нет? Ртутные пули. У нас есть пули. Блять, а что с этим делать? Топоринный пуль. Кто там, блядь, орёт? Мне надо на ту сторону перейти, наверное. Что-то нереальное, блядь. Здесь мы не пройдем. Походу, надо что-то делать. Надо проходить дальше. Дальше и дальше. Что тут нам откроют? Или тут? Ну, где-то, может быть, здесь можно пройти. А вот какая-то калитка здесь. Походу нет прохода, да? Придется... Что за нахуй? Это что за хуйня? Что за звуки? Они опять идут. Не резнули, что ли? Пиздец, их там много, ебал. Что делать? Как быть? Возможно, надо кого-нибудь загреть. Давай, иди сюда. О, блядь, у меня какого хуя они сзади оказались? И думал, что сзади кто-то будет. Говно. Ну чё, попробуем еще раз. Внимательность.
А вдруг у нас там какое-нибудь новое оружие есть в этом сне? И может она вернуться в сон? Сейчас попробуем. О. Смертельная атака с прицелом. Че, не вот на каждом шагу, что ли? Мы идем к этой женщине, наверное, да? Но эти души прям как берсерки, маленькие чертики, я вспомнил, когда они лезли к Гриффитсу в этом. Бежать на ноль. Так что ли бежать? А я не знал, блядь, сука. Говно. Чё за дед? Ага. Ты должно быть новый охотник. Добро пожаловать в сон. Пока что он будет твоим домом. Я... Герман. Друг охотников. Ты, конечно, пока что не понимаешь. Но не ломай над этим голову. Отправляйся и убей несколько чудовищ. Это пойдет тебе на пользу. Именно этим занимаются охотники. Ты привыкнешь. С этим все ясно. Оружия у меня больше нет. Вот, кстати, баба лежит. Брошенная кукла. Чё она тут лежит? Ладно, на первом этаже центральный я нам. Понятно. Сейчас попробуем еще раз, ребята. Попробуем. Главное быть внимательным и усердным. Thank you.
Поверху не получится пройти, конечно. У меня, кстати, есть коктейль молотова, может и зажарить всех. Тут как его выбрать? Вот у нас уровень выносливость 90, что там, ловкость, непонятно. Но я веб-камеру переключу на другой уровень. Сюда вот. Сила 10, оттенок крови, тайник. Да. Попробуем. Если просто пробежать куда-то. Зайдет он? Стоит на месте что-то. Они идут назад. А если сзади кто-то пойдет тоже, что будем делать? Что мы будем делать? Блять, ешь нахуй! Ебаное говно. Мы же тогда получилось у нас пройтись. А сейчас что-то не получается. Стрелять, короче, у них. Как ты гад? Блядь, чё он убивает? Попытка номер 3.
Ну идите дальше, чё. А я поверху пройдусь. Стучать можно. Are you that outsider? Well, sorry, but I don't want anything to do with you. Trot along, will you? Ага, душа появилась. Два коктейля молотого есть. Интересно. Как только использовать их? Подожди-ка. Вот коктейль молотого. Как его кинуть? Кстати, я не назад иду почему-то. О! О! Ой, пиздец! Ой, блин! Я еще не разобрался, что там геймплей грёбан. Как коктейль молотого кидать? Коктейль молотого на эту. Это что-то он вкалывает себе. Как кидать коктейль молотого? На квадрат, может быть? На квадрат, значит. Ладно, попробуем. Блять, а где мое оружие? Что, теперь поменялись? Теперь-то вы поменялись, уроды. Сейчас я попробую кинуть в них коктейль. Сейчас только этот придет туда. Горите, суки. Там быстро они сдохли от коктейля. Я получил уровень.
Так, они идут сюда назад. Ой, блядь. Ой, блядь. Ну и, блядь, пошли нахуй. Блядь, не видала. Бля, меня пожарили. Вот суки. Вот какой. Быстрее убегаем нахуй отсюда. Ой, блядь, тут еще кто-то. А? Че делать, че делать? Сейчас мне крышка придет. Они там стоят внизу. Еще как-то молотом. Давай, иди сюда. Иди сюда, гад. Блять, пошел нахуй. Сука. Вот говно. Они пошли назад. Там их мало, я думаю, я смогу пройти. Быстрее беги, дурак. Что у нас тут? Ох, ебать, это что за хуйня? Пошли нахуй, дури. Коктейлей больше нет. Ну, короче, пробежали их, получается, да? Сохраниться страшно очень. Сосуд с маслом. Это таунты всякие. Бля, это последний был, что ли? Ебать, там какой-то урод стоит. Мне бы до чекпоинта добраться. Воу!
пиздец. Что за хуйня тут происходит? Нахуй пошли, дуры. Блять, у меня нету в чё вкалывать уже. Сука. Это пиздец, пацаны. Лютая хрень происходит. Может, мне куда-то сюда? Холодная кровавая роса. Камешек. Как ее? Чё она даёт? Это роса, хуй её знает. Главное, что не стрёмно, ребят, просто. Эти охотники тут. Они сейчас спустятся, наверное. Скорее всего. Спустятся или нет? А если просто побежать куда-нибудь? Ой, блядь. Пизда рулю. Помогите. Я сдох. Это было легендарно. Незабываемо, да. Мега круто, конечно. Ну, я думаю, на этом можно закончить этот выпуск, ребята. Вы посмотрели, как я играю в Bloodborne. Посмотрели, и теперь можно возвращаться обратно в какую-нибудь другую игру. А что у него с оружием? Где у него оружие? Ну, он не достает его. Ого. Достал. А убрать вот так, значит. Все. Сейчас попробуем еще пробежать просто так. За спидрайн, так сказать. Блядь, беги, дурак. Я спидранил. Мы опять на этом месте оказались, да? У меня, к сожалению, нету
больше этих кровинушек. Давайте пошли нахуй. Это жесткая тема вообще. И надо бежать в другую сторону. Вот сюда. Блядь, идите нахуй отсюда. Куда бежать? Блядь, я опять вернулся назад, что ли? Пиздец. Вот отстой. Суки. Суки. Блядь, пизда. Стрёмно, конечно, пипец. Ну что, ребята, надеюсь, вам понравился этот выпуск. Не забывайте ставить пальцы вверх, подписываться на канал. Увидимся в следующем прохождении. До новых встреч!